А, то есть сразу. Ух, ёб твою мать, сколько пауков. Блять, вот сука она призывала овца. Так пошли вы нахер. Ну пиздец, прикинь, она призывала пауков, наверное, штук 15. Блять, ну это место местное. Они все понимают. Ну вот реально, это вот эти страны. Что призывают. Нет. Горшочек их не возьми. Я и так этих некроманов не люблю. Вечно это, блядь, напоминает, это она называется. Если честно, кто-то такой немного грубый. Не то, что сложный, просто занудный. Так, ну хотя бы она рядом. Вроде. Блять, тут еще и оборотни. Заебись. Давай. О, я вот оборотня уже парировал. Блять. Паук. Еще, блядь. Еще два паука. Три. Жесть. Можно, блядь, поменьше. Еще паук. Еще два паука. Блядь. И они меня убили. Охуенно. Третий паук. Ну прикинь, просто бесконечный поток пауков. Там что, две этих овцы ходят, что ли? Сука. Так, ладно. Здесь. Жесть. А, не, вот они. Ну как, на пару уровней хватило бы, 80 штук было. Ладно, всего пока что. Иди сюда. Ну давай, давай. Блядь, опять-таки пауки приебашили. Да пошел, сука, нахуй, ёбаный паук, блядь, пиздец. Ну зла не хватает, блядь, ну реально, это просто паук. Хуяет что-то нужно. И это не пауки, как на Роме, это другие, более быстрые пауки. Это какая-то компания. Ну да, первый кошмар фрагмент. Блядь! Блядь, у меня двойки сел! А, нет, это у меня кто-то заводил с другого аккаунта. Ну охуенно. Спасибо тебе, блядь, PlayStation, нахуй, за полезную информацию на весь этот ёбаный экран. Прошу прощения, блядь, ну пиздец. Очень полезная информация. На весь экран нужно говорить, что кто-то выводился из моей приставки. А, так что ты говорил про этого паука? Ну, конечно, замечал. У меня больше всех сталкивал меня в патче. Кто его патчи зовут? А, ты теперь не знаешь, где его найти? Он на втором этаже. Ну, как бы ты его встречаешь на первом этаже, но пройти к нему можно со второго этажа, это лайк.
Нет, тот же самый. Ну его ж Патчес зовут, как это он другой. Патчес тебя аж в соусах постоянно скидывает. Нахуй, пошел в пизду, мудила, блядь. И ты пошел в пизду. Сколько вас тут будет, блядь? Пиздец. Я одного добиваю, на меня прыгает следующий. Сука, да идите вон, блядь, нахуй. Где эта ёбаная овца? А вот она. Я тебе сейчас просто видео покажу.